Увы, в руке моей, слабее неприметно, погас мой светлячок, а мастера рука приносит людям только смерть. Приветствую вас, бицухи комара, с вами Федорович, а в этом видео я вам покажу то, о чем вы меня так долго просили, а именно технику диванного боя, а также покажу реальный замес палящам, по сравнению с которым битва пощечин – это просто детский сад. Ну и в конце просто шокирую вас реальной мясорубкой конфуистов. Всем креветкам теплой волны, а всем пельменям бульона и удачного всплытия. Именно так должны приветствовать друг друга настоящие мастера диванного боя. Наконец-то теперь вы можете назвать себя истинным мастером, ибо ваше боевое искусство придумано и показано великим сенсеем. В этом прекрасном стиле пузатого тюленя нет поясов и званий, а все мастерство измеряется только диаметром пуза, которыми совершаются все смертельные удары по безголовым врагам, которые решили, что лежащий на спине жердяй, который не может встать с кровати, это легкая добыча. Наивные щенки! Они не раз поплатятся за свою глупость, улетев в страну трезвых алкашей и познав настоящую боль. Свинья хвалит свое корыто, а я буду хвалить крутые промоушены. И яркой звездой из них выделяется Pitbull Fight, в котором рубятся не за чекушку, а за честь и славу. Бойцы разных стилей в одном из самых жестких и кровавых форматов на бинтах. В клетке сходятся как профессионалы, так и футбольные хулиганы, для которых разбить кому-то пятачок приятнее, чем голод любимой команды. Заходите на канал по ссылке в описании и наслаждайтесь или ужасайтесь кровавой бойней в новом третьем сезоне. Даже пьянка в одиночестве может закончиться дракой. А настоящие мастера, следующие истине познания мира через вселенскую боль, всегда найдут способ эту боль испытать на себе. Я понимаю ваш восторг и полностью его поддерживаю. Это не какой-то жалкий чемпионат по пощечинам, где нужно просто стоять и получать по одному удару. Здесь работают настоящие профи своего дела. Мужики бегают по всему полю, наносят удары в прыжке, как по чердаку, выбивая всякую дурь из башки, так и по сиськам, делая секретный удар «горчишник». А кроме ударов, они еще и могут бросить кентюрика на песок. Не это ли самое волшебное боевое искусство, которое может сделать из вас чемпиона соседней наливайки? Подумайте, ведь вы лещами уделаете всех без синяков. На вас не накатают заяву. Но мало того, вы оставите всех в живых. А это огромный плюс. Ведь после этого все поверженные враги станут вашими собутыльниками в этой же наливайке, чтобы отметить ваше чемпионство и всегда поддержать. Я вижу ваш восторг и сказочные мечты о чемпионской чекушке. Но подождите, вы должны увидеть этого мастера. Может, именно он является чемпионом сейчас?
Чаще всего в милицию попадают милиционеры, а чемпионами становятся самые безжалостные мастера. Как видите, этот беспощадный убийца не будет играться лещами, а сразу наносит смертельное касание, выбивая землю из-под ног противников лучше, чем бурячиха бабы Глаши. Иногда старость приходит, а вопрос, где же мудрость, остается. А иногда уничтожишь с десяток противников, а хэппинэнса нету. Вот именно для удовлетворения своей победой и нужен этот прием. Сострадание – начало человеколюбия. Но истинному мастеру эти слова незнакомы, ибо осознание своего мастерства порождает жестокое сердце и извращенный ум, требующих новых, с каждым разом более изощренных побед. А сейчас я вам покажу очень редкие кадры зарубы двух мастеров кунг-фу из двух разных школ из древних времен, которые сошлись в смертельной битве. Главное, смотрите внимательно, чтобы не пропустить ни один прием. Женщина хочет многого от одного мужчины, а мужчина одного от многих женщин. Также и мастера умеют показывать много приемов, а много дерутся одним ударом. Конечно, вы скажете, что настоящее кунг-фу – это техника зверей, и я совершенно с вами согласен. Поэтому нашел видео двух современных мастеров, которые показывают невероятно дикий бой пьяной гориллы с обкуренным бегемотом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. А в комментах напишите, какой горючкой вы помогаете себе в тренировках. А получить мою благодарность и заряд вселенской силы Чи вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога задета, раз-два, переваливайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.